Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в неделю крестопоклонную за богослужением читается Евангелие от Марка. Это 34 стих 8 главы по 1 стих 9 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иеродиакона Свято-Троицкой Александра Невской лавры отца Александра. «Рече Господь, иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже баще хочет душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою мне ради Евангелия, то и спасет ее. Каяба польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою». Или что даст человек измену на души своей? Ижебо аще постыдится мне и мои словес, вроде сем прелюбодением и грешним. И Сын Человеческий постыдится Его, егда придет во славе Отца Своего со ангелы святыми. И глаголоши им, аминь глаголю вам, яко суть нец и от здесь стоящих, иже не имут вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». В этом евангельском отрывке, дорогие братья и сестры, каждое слово Спасителя является важным для понимания самой сути христианской жизни. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, говорит Господь». Что значит «отвергнуться себя»? Это значит, что необходимо отвергнуть свое «я», подчинить свою волю воле Божьей. Если, подчиняясь безропотно воле Божьей и неся свой крест за Христом, мы подвергнемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, то тем самым спасем свои души и приобретем сокровища на небесах. Если же захотим свою волю ставить выше воли Божьей, то повредим своим душам и лишимся блаженства в будущей жизни. Святитель Игнатий Брянчанинов поясняет: «Взять крест свой значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищении наших согрешений. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, с обстоятельствами своими, со своим положением внешним и внутренним, тот только может разумно и правильно последовать Христу». Христианин должен осознать, что жизнь дана ему не для того, чтобы беречь ее для себя, а для того, чтобы по примеру Христа жертвовать ею для других.
Кто хочет спасти свою жизнь, отвергаясь Господа или предавая заповеди Его, тот погубит все надежды на жизнь, которую Спаситель приобрел для него такой дорогой ценой. Нам стоит также обратить внимание на очень важное обстоятельство. Когда мы несем свой крест, исполняя волю Божию, Господь никогда не оставляет нас без духовных утешений на этом пути. Какими бы значительными ни были внешние трудности, Господь всегда остается с нами, укрепляя наши сердца действием Своей благодати. В этом евангельском отрывке мы также слышим слова Спасителя о вознаграждении верных и воздаянии неверным. «Ибо кто постыдится Меня и Моих словес вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Христианство всегда встречается с трудностями в этом сложном и враждебном мире. Человек, который при таких обстоятельствах стыдится проявить себя христианином, боится показать, на чьей он стороне, не может надеяться занять место в грядущем Царстве Божьем. Блаженный Феофилак замечает: «Недовольно одной внутренней веры, требуется и исповедание уст, ибо как человек двойственен, так двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедовать распятого своим Богом, того и он постыдится признать недостойным рабом своим, когда придет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, и за которое некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским». Также Господь открывает одну небольшую тайну людям, которые слушали Его. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Это была потрясающая истина, что еще при жизни многих из присутствовавших там, вопреки всем ожиданиям, христианство явилось в силе, распространившись по всей Малой Азии, Антиохии, проникнув в Египет через Средиземное море, достигло Рима и после охватило всю Грецию. А затем, через несколько веков, достигло и пределов наших стран. Борис Ильич Гладков пишет: «Из апостолов, которым были обращены эти слова, последним умер Иоанн. К концу его жизни общество верующих во Христа, объединенных любовью к Богу и ближним, было, несмотря на гонения, настолько уже велико, что он действительно удостоился видеть Царствие Божие, пришедшее в силе». Каждому из нас, дорогие братья и сестры, открывается это Царствие Божие, пришедшее в силе. И не только во всей внешней красоте христианства, но и во множестве святых, составляющих полк божественный, являющих в своих житиях славу Божию. Однако Господь призывает нас не просто увидеть славу Божию, а стать ее сопричастниками. И это возможно, только если мы отсечем все греховное, все то, что не соответствует Евангелию. Возьмем свой крест и, исполняя волю Божию, последуем за Христом. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благослови.